помогает справляться с болью? Нолгизин. Не стоит терпеть боль. Сберкарта – это 10% кэшбэка на продукты. Пока. Не говорите маме. Маме ни слова. Маме не говорить? Оформите первую Сберкарту и получайте кэшбэк 10% за покупки продуктов в Сбермаркете. В новом выпуске. Я очень любящая жена. Я жена, которая ставит себя на первое место. Я жена госпожа. Можно я раскрою секрет наших отношений? Какой? У этих жен. Я в восторге, боже мой. Дружба длилась недолго. Не нравится, больше не будем, собираем манатки. Спасибо, мне очень интересно. Четыре жены в четверг в 7 вечера. Слушай, шапку забыл у тебя. Встретимся? Разделите дела с Яндекс.Гоу. Свой Сбербизнес для каждого вида бизнеса. Специальные сервисы для розничной торговли. Больше информации о клиентах. Сравнение показателей с конкурентами. Поиск лучшего места для торговой точки. Откройте счет в Сбере и пользуйтесь полезными сервисами бесплатно навсегда. Сбербизнес. Скидки до 80% в Литуаль. Черная пятница. Чиллаут. Позволь себе расслабиться. Платите картой Озонбанка. Платите Озон-картой. Кэшбэк до 25%. Откройте бесплатно в приложении Озон-банка. Сбер-мегамаркет открывает Сцена-парк. Фестиваль скидок и карусель товаров для всей семьи. Например, туалетная бумага Зева Делюкс всего за 249 рублей. Сбер-мегамаркет. Лето с Тинькофф Мобайл. Это служба безопасности. Назовите код из СМС. Это защитник Олег. А вы мошенники. Даже не думайте беспокоить моего клиента. У него лето, он загорает. А я берегу его отдых и деньги. Только в 2022 году мошенники похитили со счетов россиян 14 миллиардов рублей. С Тинькофф твои деньги в безопасности. Закажи сим-карту Тинькофф и получи самую эффективную защиту от спама и мошенников. Тинькофф, он такой один. Как стать IT-специалистом с нуля? Практика, практика, практика и практика. Переходите на сайт Яндекс.Практикума и начните учиться бесплатно. Открытый брак – единственное, что спасло отношения моих героев. Действуй. Того шанса у тебя не будет. Мы хотим сохранить наш брак. Хотим, наверное. Открытый брак. Смотрите только в онлайн-кинотеатре «Окко». А вы окрошку чем заправляете? Кефиром. А я кэшбэком. Оплачивайте все для окрошки и не только через систему быстрых платежей. И будет кэшбэк 5% бонусами на карту «Магнит». Кефир забыла оплатить. Главное, кэшбэк не забыть. Совершайте выгодные покупки через СБП.